По данным Национального избирательного совета Эквадора, Набоа из партии «Альянс национального демократического действия» набрал 52,08% голосов по сравнению с 47,92% у его соперницы Луизы Гонзалес из партии «Гражданское революционное движение». В свои 35 лет он станет самым молодым лидером южноамериканской нации за всю историю. Результаты обработки 90% бюллетеней огласила в соцсети председатель Национального избирательного совета, выполняющего функции Центризбиркома страны Диана Атамаин. Согласно им, Набоа набрал более 50% голосов. Он представляет центристский альянс «Национальное демократическое действие». Следует отметить, что сейчас в Эквадоре завершились второй тур президентских выборов. И по результатам второго тура президентом стал Даниэль Набоа. Это самый молодой лидер, который избирался в этой стране. Вот. И нужно сказать, что этот человек, этот политик, пришел с достаточно серьезной политической программой. Им озвучен целый ряд реформ. Ну, вообще следует отметить, что ситуация в Эквадоре достаточно сложная с точки зрения социальной, политической обстановки. Даниэль Набоа станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Он родился 30 ноября 1987 года в семье одного из богатейших эквадорских предпринимателей. До политической карьеры работал в экспортном бизнесе, основанном его отцом. Выборы в Эквадоре состоялись на фоне громких расправ с политиками. Сразу два происшествия стали только катализатором скорых выборов нового главы государств. Предыдущий президент Гильермо Лассе был избран на второй срок в 2021 году, но в мае подал в отставку, чтобы избежать импичмента на основании конституционного положения, которое также распустило Конгресс. Набоа, которому теперь предстоит завершить оставшиеся 15 месяцев второго президентского срока Ласса, был членом Национальной ассамблеи, пока она не была распущена. И вот то, что Даниэль Набоа сегодня, ну, как бы пытается говорить о реформах и намерен их делать, это, конечно, делает ему честь, потому что в условиях, когда в стране есть проблемы социальные, есть проблемы, связанные с криминалом, вот такие заявления, они, конечно, ставят его под определенный риск, и это свидетельствует о том, что этот человек достаточно смелый, и, возможно, его реформы, ну, как бы смогут улучшить жизнь жителей Эквадора. По данным избирательного совета, более 10 миллионов человек в стране с населением менее 18 миллионов проголосовали на выборах, что составляет 82,33% от числа принявших участие в голосовании. Высокая явка избирателей произошла, несмотря на опасения по поводу безопасности, череду расправ над политическими деятелями. О том, как будет проявлять себя самый молодой в истории республики президент, пока не ясно. Но стоит отметить, что доверие населения к нему держится на высоком уровне. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.